Стоит честно признать нам с вами, шансы, что дело Насирова таки дойдет до открытого рассмотрения в суде, все-таки невелики. По крайней мере, его адвокаты делают все, чтобы дело затянуть. Да и опыт ранее задержанных чиновников показателен. Ведь ни одно из громких дел так и не довели до приговора. К примеру, дело МЧСников, экс-главы госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его первого зама Василия Стоецкого. Их перед телекамерами задержали по подозрению в коррупции. А сейчас... дело тихо спускают в суде. Или резонансное дело бриллиантовых прокуроров. Владимира Шапакина и Александра Корнейца славно задерживали прошлым летом на радость людям и бесславно спускают на тормозах дело теперь. Кроме того, никто из слуг народа не наказан и за свои миллионные декларации. Вот и получается, что людям показывают одно и то же расследовательское шоу, в котором нет логичного финала.